малогабаритные скоростные автомобили, средства наблюдения и ударные беспилотники. Все то, что сейчас необходимо фронту. Гуманитарный груз передало правительство Самарской области. Всего власти 63-го региона закупили 25 автомобилей «Нива», 6 УАЗов, а фонд «Звезда Элира» предоставил 100 беспилотников, которые ему передали неравнодушные жители региона. После посещения в Рио губернатором подразделений на фронте за ленточкой, многие командиры обратились с просьбой о поставке гуманитарной помощи. Соответственно, самое необходимое на фронте – это вот автомобили скоростные, малогабаритные и, естественно, средства наблюдения, разведки и ударные беспилотники. Крупная техника, она является в первую очередь первостепенной мишенью для вражеских дронов, такие же, как вот FPV, ударные, по-простому, камикадзе. А это машины скоростные, менее заметные и, соответственно, менее уязвимы. Груз передадут мотострелковому соединению общевойсковой армии и соединению спецназа Центрального военного округа, которые дислоцируются под Самарой. Ну, это современные средства ведения разведки, дневной, ночной разведки. Очень эффективные помощники нашим подразделениям, нашим группам для определения целей и нанесения удара по этим целям. Новая техника будет доставлена в зону СВО через 2 дня. Виктория Шара и события.